Лера, куда еще моложе? Кудрявцева ушла от мужа ради бывшего любовника. Ведущая раскрыла свой секрет на миллион и показала нового парня. Отношения Кудрявцева и хоккеиста Макарова вызывают много вопросов, и их брак нельзя назвать благополучным. Однако, кажется, Лера решила сбросить с себя узы брака и ушла от мужа ради бывшего любовника. Она даже показала его в своих историях в Инстаграм. Парня зовут Дмитрий Семков. В своем Инстаграм он выставил историю с бегущей ему навстречу Лерой и подписал ее так: «Лучше поздно, чем никогда. Бывших не бывает». Лера, не стесняясь, репостнула эти истории в себе в Инстаграм. Дмитрий также молод, как и Макаров, и он работает на телевидении вместе с Кудрявцевой. Но почему же Лера решила разорвать отношения с хоккеистом, от которого у нее дочь? По сети уже давно ходят слухи о том, что Макаров бьет жену и изменяет ей с более молодыми девушками. Часто Лера ходила на поводу у мужа и даже не взяла дочку в поездку в Рим. Вероятно, именно ее молодой муж настоял на том, что ребенка нужно оставить в Москве, чтобы он не мешал им отдыхать. Но Лера также нечиста на руку. Во время своей поездки в Сочи ведущая развлекалась вместе с Алексеем Воробьевым и другими мужчинами. Да и вообще, никто не знает наверняка, не является ли ее брак с Макаровым прикрытием. Ведь парню приписывают нетрадиционные нравы, а Лера – спец в таких вопросах. Она уже была бородой для Лазарева, а может и сама ведущая предпочитает девочек? Так много вопросов и так мало ответов. Сегодня ведущая раскрыла свой секрет на миллион и показала свежего парня. И главный вопрос, который хочется задать ведущей – Лера, куда еще моложе?